Итак, сегодня мы продолжим работу. Будем также делать сразу два флажочка. Использовать будем те же материалы, чтобы у нас повторялась и сохранялась одна общая стилистика. Поэтому я также буду использовать вот эту упаковочную бумагу с шишками. Она у меня еще осталась. И здесь, и здесь. Также добавлю вот эту упаковочную бумагу. Так, давайте уже добьем вот этот кусочек кальки. Сюда сделаю. Вот сюда. Давайте добавим немножко штампов. Мы там добавляли. Так, еще от открыточки остались кусочки, поэтому мы их куда-то все-таки приклеим, чтобы они у меня не лежали. А вот сюда давайте добавим от календаря. Вот. Совсем чуть-чуть, небольшие. И теперь приклеим наши новогодние сюжеты. Теперь добавим вот это кружево на большую вот сюда. Так, а на маленькую давайте тоже небольшой кусочек отрежем. Можно вот сюда вот так добавить. И вот здесь, видите, у нас такой активный красный, надо его тоже чем-то дополнить, но вот это тоже слишком яркое, поэтому я ее немножко затонирую, чуть-чуть хочу потемнее сделать, если получится, конечно. Этот кончик отрежу. Добавим вот сюда. И потом можно его сделать немножко потемнее уже акварельной краской. Нам надо добавить немножко той же вырубки.
Так, и добавим еще снежинок. Можно вот такую руку тоже добавить. У меня есть еще вот такая вот тесемочка. Думаю, может быть, тоже, как мы уже делали, вот сюда ее приклеить. Так, и мне кажется, что вот здесь еще чего-то не хватает. Я думаю, вот приклеить вот такую тесемку еще и сюда. Пусть она немножко закроет снежинку. Сейчас мы делаем дырки и брызгаем краской. Итак, когда я выложила все вместе, все флажки, то я поняла, что у меня, например, вот на этом флажке есть золотые звездочки, я клеила, а на других нет. Поэтому сейчас я на остальные карточки тоже их добавлю. Видите, вот этот цветочек, он слишком яркий, и я хотела его акварелькой немножко затенить, скажем так. Вот я беру такую коричневую акварель и вот так вот. Немножко затеняю, делаю его немножко потемнее. Теперь нам осталось отрезать кусочек бечевки, продеть в дырочки и уже собрать всю нашу гирлянду. Так, смотрите, можно делать либо вот так вот, чтобы нитку не видно было, либо можно сделать наоборот, чтобы было видно. Мне кажется, так даже интереснее, поэтому я, наверное, оставлю вот так. Итак, продолжаем и собираем всю нашу гирлянду. Смотрите, у меня еще есть вот такие вот прищепочки из фикс-прайса. Я думаю добавить на некоторые флажки их. Например, вот сюда вот. Вот сюда можно. Сейчас добавлю и покажу, что в итоге получилось.